мужчина, вы можете замолчать? А что молчать-то? Никто-то не умер. Не поминки же. Вы мне мешаете реветь. Делаете-то? Помогаю. Я за ними саю, я помогаю. Я из-за вас уже реветь не могу. А я давайте научу. Смотрите, есть отличный способ. Смотрите в одну точку. Вот так смотрите, не моргайте. Так. И глаза пучьте. Что? Пучьте. Чего? Ну выпячивайте. Кстати, вы знаете, вот это дефекты речи, они помогают развивать этот запас синонимов. У меня словарный запас, как у Пушкина. Как у кого? Как у Лермонтова.